В Москве рядом с турецким посольством до поздней ночи не смолкали протесты. Пришли около 600 человек. Произошедшее с российским самолетом в небе над Сирией люди называли не иначе, как ударом в спину, а саму Турцию пособником террористов. В память о погибших летчиках многие повязали на руку черную ленту. Участники акции требовали тщательного расследования этой катастрофы. В знак протеста многие призывали соотечественников отказаться от поездок на турецкие курорты.